Заслужены тренер Беларуси по дзюдо Владимир Асін отзначая юбилей – 60 год. У спорте он на протягу 50 годов. Штодня у графику две тренировки с молодью. Усе приемы и китки он показывает сам. Нават у день нараджения сумам отзначая, что его оторвали от занятков. Выхованцы зараджают тренера энергией, а он делится своим опытом и допомагая им удосканальваться. От них я черпаю ту энергию, которая необходима мне для жизни, и я им возвращаю это в том, что они у нас будут, как говорится, я думаю, что выигрывать не только Европу, мир, и опять же Олимпийские игры. Этот вид спорта сделал меня, в принципе, человеком, я скажу, личностью. Работу с Игорем Макаровым Владимир Асін почал, коли будучему чемпиону было всего 7 годов. Сред выхованцев заслуженного тренера так само Владислав Тимошенко, Михаил Петров и Егор Трухан. Все, что я знаю, все, что умею, это он. Ему спасибо огромное.